Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы шьем быструю, такую простую, девчонки, справится абсолютно любой. Челму, которую не нужно завязывать, она уже готовая, которую вы просто оденете, когда вам нужно быстренько выглядеть красиво, но нет времени на прическу. Либо на пряж. Вы одеваете, уже готовы. И не надо ничего не вязать, не стоять долго перед зеркалом. Готовая вот такая вот челма. Все, поехали. Для челмы нам понадобится ткань вискоза эластан. Вот такая вот эластичная трикотажная ткань. И размеры 50 на 53 сантиметра. Вот так вот у нас 53. Вот так вот у нас 50 сантиметров. Складываем лицевыми сторонами вовнутрь. Ткань должна тянуться. Складываем пополам лицевыми сторонами вовнутрь. И прошиваем вот так вот эластичным швом зигзаг, если у нас бытовая швейная. Смотрим, вот такой вот у нас сшитый прямоугольник получается. Видите? Шов эластичный зигзаг, то есть повязка может прекрасно тянуться на голове. Ворачиваем на лицевую сторону и разравниваем так, чтобы шов у нас был посередине. Булавками скрепляем два слоя ткани. Теперь завязываем узел посередине. Смотрим, чтобы были швы у нас на одну сторону. Так, прекрасно. Теперь складываем вот это, где у нас шов, это у нас изнаночная сторона. Мы складываем лицевой стороной одну половинку. И сшиваем эту часть. Так, смотрим, вот он наш шов. Так, теперь складываем пополам, вернее, складываем вот эту часть. Видите, здесь у нас шов, и здесь у нас шов. И сшиваем заднюю часть. Теперь нам остается только собрать эту заднюю часть. Берем иглу с ниткой и такими вот стежками проходимся по всей, как бы, по всему вот этому шву. Стягиваем, делаем узел. Вот наше готовое изделие. Так вот она выглядит, девчонки. Осталось только одеть. Смотрите, регулируйте по себе вот это место. Может меньше стянуть, может больше стянуть. Вот. Ну, осталось одеть. Узелок тоже можно больше затянуть, можно меньше затянуть. Это уже на ваше усмотрение. Я считаю, очень удобно, чтобы не вязать платки. Вот так вот одели готовую челму. Вот она, девчонки, смотрите. Вот такая вот челма, которую не надо вязать. Вы ее просто одеваете и носите, когда вам не хочется делать прическу. И красиво я побежала. Вот. Вот она, девчонки. Все, а на этом все. Я с вами прощаюсь сегодня. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.